Скажи, подружки, привет! Привет, подруги! В доме нашем очень крутая неделя. Началась она с дня рождения Рема, которое мы отпраздновали очень-очень здорово. И хочу при случае сказать вам огромное спасибо за все ваши поздравления. Ролик наш, который мы опубликовали в четверг, он был одним из самых, мне кажется, популярных роликов и получил от вас очень-очень теплые отзывы. Поэтому спасибо вам огромное. Нам было очень приятно. И сегодня у нас продолжается наше праздничное настроение, поскольку сегодня у нас с Арсом годовщина свадьбы. 5 лет вместе, 3 года в браке. Результат налицо. Держимся, работаем и идем вперед. Вместе сегодня позавтракаем, я буду готовить блины. Договорились с Арсом, что в этом году без подарков. Ну, понятное дело, в силу кризиса, причиненного вирусом и карантином, мы решили без больших празднований, но вас без подарков мы сегодня оставить не могли. Поэтому сегодняшний выпуск я посвящаю подаркам, которые мы подарили Рему на его день рождения. Сегодня будем во всех этих подарках разбираться, буду показывать, рассказывать, что подарили мы, что подарили друзья, что подарили бабушки, ну и в общем будем смотреть и выбирать самые-самые лучшие и классные подарки, которые можно ребенку подарить на первый годик его жизни. Да? Да! Фью. Ты доволен своими подарками? Ты доволен подарками? А ну-ка рассказывай, ты подарками доволен? Да, мне кажется, сильно доволен. Ладно, пойдем смотреть. Когда я выбирала подарки Рему, моя задача была найти полезные подарки. Я понимала, что купить очередную пирамидку или мягкую игрушку, ну, в этом смысла особого нет, поскольку у него этих игрушек большое-большое количество. Моя задача была найти ему подарки, которые, во-первых, будут полезными, то есть они будут помогать нам в развитии. И также я хотела найти подарки, которые бы служили нам долгое время и которыми мы сможем пользоваться не просто там месяц или два, а вот прямо на протяжении долгого-долгого времени, ну, как минимум, последующий год. И самый большой, и мне кажется, прям полезный подарок я подарила ему с самого-самого утра, когда ребенок встал в 6:30, и мы пришли на кухню, и вот здесь его ожидал вот такой вот подарок. Это развивающий коврик компании Фанилон, который называется Алфавит. Сделан он из сверхпрочного материала ПВЦ и абсолютно безопасен для малыша. Размер у него достаточно большой, 1,40 м на 2. А это значит, что ребенок сможет на нем играть еще долгое-долгое время. Разместила его сейчас на кухне, поскольку на это у меня есть несколько причин. Первое. В остальных наших комнатах, особенно в детской, у нас уже есть коврики, на которых малыш может играть. Во-вторых, здесь мне нужно было отделить конкретное место для ребенка, чтобы он мог проводить здесь время, пока я, например, готовлю завтрак, обед или ужин. Ну или, в принципе, чтобы поменять место локации в нашей квартире, чтобы ему было интересно. Почему же выбрала конкретно этот коврик? Во-первых, потому что, ну, здесь есть алфавит. И посмотрите, насколько он красивый. Каждая отдельная буква, она имеет свою отдельную иллюстрацию и написание слова, которое начинается на эту букву. В нашем случае алфавит на английском языке, и это для меня очень-очень крутой бонус. Сложно найти классные коврики как раз-таки на английском, если ты хочешь обучать ребенка этому языку. Но в этом случае мне повезло, и я нашла вот прям идеальный. И что очень круто, в силу того, что этот коврик произведен в Корее, то картинки на этом коврике, они отличаются, конечно же, от тех картинок, которые мы чаще всего видим в карточках или в книгах. И даже сама стилистика нарисования этих иллюстраций, она достаточно такая, ну, отличающаяся. Во-первых, здесь есть азиатские детки. Во-вторых, сами животные, например, они очень-очень такие веселенькие. Ну и здесь, например, есть изображение такого предмета или игрушки моего детства, как йо-йо. Ну, не знаю, поймет ли мой ребенок, когда подрастет, что такое йо-йо, но, по крайней мере, у меня будет интересная история, которую я смогу ему рассказать. Здесь у нас располагаются цвета, которые со временем можно будет ребенку показывать и обучать. Дальше дни недели. Потом также есть цифры.
И звери самые-самые разные. Из фермы, из леса, из джунглей. Все вот вместе здесь ребенку можно показывать. Что мне нравится очень-очень, так то, что здесь картинки, они повторяются. То есть, например, если начинается картинка с лошади-тигра, то пройдя вперед и посмотрев на этот коврик, я вижу, что они повторяются. Вот еще один тигр и лошадь, и еще одна лошадь, и еще один тигр. Очень круто. Потом, когда ребенок уже будет подрастать и сможет читать, отвечать на вопросы, мы сможем придумывать самые-самые интересные игры. Например, найди, сколько тигров на этом коврике располагаются. Также здесь есть отдельные вот такие вот квадратики, в которых есть также возможности придумывания игр. Здесь вот есть quiz, то есть вопросы, потом рассказы, математика и песни. Здесь также написаны песенки, которые мы можем изучать и можем их вместе петь. Сам коврик очень-очень мягкий, как я уже говорила, он сделан из ПВЦ, и мне очень понравилось, что в нем есть некая память. Когда ты нажимаешь, он поддается, но очень быстро возвращается в свою первоначальную форму, и в нем не остаются вмятины даже после мебели. Если на него, например, поставить стул какое-то время, у него небольшая вмятина будет, но буквально через несколько часов она расправляется, и коврик как новенький. Благодаря тому, что он очень мягкий, ребенок на нем проведет максимально долгое время за игрой, поскольку его коленки и ручки не будут уставать, как это бы случилось, например, на совсем твердой поверхности. Ну а для меня, как для мамы, неоспоримым плюсом является то, что этот коврик двусторонний. Он имеет вот эту цветную детскую сторону и взрослую сторону, на которой располагаются просто серо-белые полоски. Для меня это круто, потому что я знаю, что в те моменты, когда я захочу, чтобы этот коврик был более таким спокойным, без пестрых рисунков, ну или когда ребенок уже не будет на нем играть, то я смогу просто его перевернуть. И этот коврик очень круто впишется в мой интерьер на кухне. Почему решила именно на кухне постелить вот такого плана коврик вместо нашего привычного коврика-пазла, который у нас, в принципе, постелен во всех наших комнатах? Во-первых, потому что он сделан из ПВЦ. Это означает, что он не только мягкий, не только хорошо держит тепло, но в то же самое время еще и влагостойкий. И это для меня стало большим плюсом в те моменты, когда мне приходится ребенку купать не в ванной комнате, а здесь на кухне. И таких случаев на самом деле у нас было уже большое количество. Во-первых, когда отключают горячую воду. И второй, это случай, когда с ребенком хочется просто поиграть в ванне, но не находясь в ванной комнате. Когда тебе хочется больше пространства, когда хочется больше света, когда хочется просто находиться не в маленьком душном помещении, а вот именно в большем пространстве. Для этого, конечно же, идеально подходит кухня. Но так как на кухне пол не предназначен для игр с водой, то, конечно же, этот пол нам нужно защитить. Поэтому вот такой вот коврик, он просто идеален. Вот для этих целей у нас есть подарок номер два. Это ванночка Соболь. Ванночку эту выбрала, поскольку она, во-первых, идеально по размеру, она встает в нашу кухню, она подходит моему ребенку, я думаю, еще очень долго и упорно будет в ней плавать. Плюс ко всему, я знаю, что малыш номер два, которого в скором будущем мы планируем, он тоже сможет купаться именно в этой ванночке. Она очень легкая, она не надувная, сделана из специальной пены ПУ. Благодаря этой пене она очень мягкая, как зефирка, очень приятная для прикосновения, ну и, собственно, очень легкая. Эту ванну можно поместить как на пол, так и на столешницу, на стол, в любом месте, где мне будет удобно купать либо Рема, либо маленького малыша номер два в скором будущем, эту ванну я смогу установить и ею пользоваться. Плюс ко всему, очень крутая функция, здесь есть встроенный термометр. Этот встроенный термометр имеет несколько индикаторов, которые будут указывать, безопасная ли температура для купания малыша. Также для большей безопасности по краю этой ванночки есть специальные вот такие бобурышки, которые не позволят маленькому ручки малыша соскользить. Ну, в принципе, когда вот трогаешь этот материал по краю всей ванны, он, во-первых, не скользящий, поэтому ребенку будет очень сложно соскользнуть вот с этого краешка, даже если он привстал. И он очень-очень мягкий. Здесь видно прям действительно как зефир. Еще один неоспоримый плюс этой ванны, благодаря которому я выбрала именно ее, так это то, что эта ванна, она ванна-термос. Она держит тепло намного дольше, чем другие ванны, и это означает, что мне не придется постоянно греть чайник и доливать горячую воду в эту ванночку,
Особенно это актуально, опять же, в те моменты, когда отключают горячую воду в квартире. И я понимаю, что особенно также это важно и в зимнее время, когда, в принципе, не так тепло и комфортно, даже в квартире ребенку, в любом случае, здесь, в этой ванночке, будет удобно и комфортно максимальное количество времени. Если ребенок еще очень маленький, то есть вот такой вот специальный ограничитель, который может быть установлен в эту ванночку в любое место. Для большего комфорта ребенка здесь есть вот такие вот выпуклые части и с одной, и с другой стороны, поэтому неважно, в какую сторону он бы не дернулся сесть, ему будет очень и очень комфортно. Если еще говорить про коврики, то на одном нашем коврике Фанилон мать не остановилась. Я выбрала еще один. Увидела этот портативный складной коврик и поняла, что, черт возьми, он мне нужен. И, конечно же, когда муж спросил, зачем нам два коврика, ты же только что купила вот этот, я сказала, что любимый – это абсолютная необходимость, поскольку ребенок растет, лето приближается, карантин когда-нибудь закончится, и мне нужно будет выехать в парк. А ты думаешь, что ребенок в год с чем-то в парке будет сидеть в коляске? В коляске он сидеть не будет. Он будет из нее вырываться, ему уже будет интересно ползать по траве, изучать окружающий мир, и поэтому нам с тобой абсолютно необходим вот такой вот коврик, который мы сможем взять с собой. Он очень легкий, я не знаю, сколько грамм он тут весит, но он реально очень легкий, вот. Плюс ко всему, он портативный, занимает очень мало места, и когда ты его раскладываешь, то размер у него 1,40 м на 2. Вы представляете, 1,40 м на 2. И я понимаю, что на таком коврике разместится в парке не только малыш, но в принципе вся наша семья. И мы сможем прекрасным образом организовать себе пикничок. Вот, сразу покажу разницу, как это все смотрится. Разобранный коврик 2 на 1,40 м. И вот того же размера коврик 1,40 м на 2, только в сложенном, в собранном виде. Так же, как и первый коврик, он имеет антискользящие свойства, то есть его можно поместить на любую поверхность, и он не будет скользить, он не боится влаги, и в то же самое время он имеет очень-очень симпатичные дизайны. В нашем случае мы выбрали вот такой вот серый дизайн, который называется оригами, и на нем изображены вот такие вот бумажные самолетики, сердечки и птички. Также очень полезным и важным подарком для Рема стал вот такой вот увлажнитель и очиститель воздуха от компании Miniland. Часто вы меня спрашивали по поводу тех гаджетов, которыми мы пользуемся для увлажнения воздуха, и мы всегда для себя выбирали самые-самые простые увлажнители воздуха без разных функций. Ну, в принципе, вы знаете, что я, как правило, если говорить о технике, выбираю для себя такую самую точечную, направленную на свою конкретную прямую функцию, без лишних прибамбасов. Но в этом случае мы обратили внимание вот на этот конкретный увлажнитель воздуха, и я решила все-таки его попробовать. Мне он очень понравился тем, что, во-первых, он сенсорный. Здесь есть встроенный термометр и встроенный гигрометр. Это очень-очень круто. Ты сразу можешь отследить уровень влажности воздуха и уровень температуры в детской комнате. Это очень важно. В нашем случае наши параметры — температура от 18 до 22 и от 40 до 60 – это показатель влажности воздуха. Здесь есть сенсорная кнопка включения. Сразу же включаются, показываются все параметры. Можно включить очищение воздуха. Также при нажатии следующей кнопки я могу поставить 3 уровня распыления пара. Самый слабый – это единичка, и самый сильный – это троечка. И также при нажатии этой кнопки я могу дать задачу увлажнителю достигнуть конкретного уровня влажности в комнате. Вот как только он достигнет 60, сейчас он на 42, он остановится. Ну и помимо этого можно поставить таймер, например, чтобы он работал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 – это максимум. И после того, как заданное время истечет, он отключится. Плюс ко всему, когда будет достигнута нужная влажность, он будет ее поддерживать. Что еще я заметила очень круто: ночью, когда малыш спит, дисплей, он гаснет. И его не беспокоит лишним освещением в комнате. Вот таким вот образом. Только что он погас. Вода здесь заполняется в контейнер с нижней стороны, то есть он снимается, переворачивается, и вода заполняется. Емкость его 5 литров, что тоже очень здорово, поскольку не нужно слишком часто перезаполнять этот контейнер водой. И еще одна из моих любимых функций конкретно этого увлажнителя воздуха, так это то, что у него есть специальный контейнер для эссенции, либо эфирных масел. Таким образом, я могу не только очищать и увлажнять,
освежать воздух, но и также распылять полезные для малыша масла и эссенции. Такие, как, например, лаванда, эвкалипт, мелисса. Это те запахи, которые, например, малышу будут помогать спать более крепким и спокойным сном. Или помогать ему лучше дышать во время простуды. И также струю пара можно направлять. Здесь есть два направляющих. И, собственно, можно крутить так, как будет удобно в конкретной комнате. Ну и, конечно, очень радует безумно красивый дизайн этого увлажнителя. Он идеально встал на нашу полку, не занимает много места и радует не только своими функциями, но и внешним видом. Следующие подарки от наших бабушек – это вот такие вот наикрутейшие пижамы от Love to Dream. Это новинки, насколько я понимаю, их я нашла, как обычно, в интернете. И просто с ума сошла, когда увидела эти пижамы. Вы знаете, когда я ребенка пеленала и отучала его от пеленок, пеленочка Love to Dream — это была той, которая меня просто спасла в процессе отучения. И вот сейчас, когда мы потихонечку вырастаем из нашего спального мешочка, то я нашла вот эти пижамы, которые, как мне кажется, будут просто-просто незаменимыми в комфортном сне моего ребенка. Вот это конкретно, это летняя пижамка. Она более тонкая, нежели чем зимняя. Здесь есть короткий рукавчик, закрывается все это дело на молнию, также есть защита для маленького подбородочка и вот такая вот стеганая средняя часть, которая позволит ребенку оставаться в тепле. И плюс ко всему, здесь не мешочек, а ножки. Это, мне кажется, очень круто. Здесь с задней стороны есть специально также такие вот попурышки, которые не позволят малышу подскользнуться, если он начнет передвигаться или бегать уже в этой пижамке, когда проснется утром. И также ножки можно держать либо в открытом виде, либо в закрытом виде, отвернув вот эту часть сзади. И вот вторая, она уже для более холодного времени года. Вот такая вот с длинным рукавом. Также она имеет здесь молнию, защиту для подбородка, уже длинный рукав и вот эту стеганую теплую часть, которая также у него идет до самого низа, до ножек. И тот же принцип на ножках. Также их можно открыть либо закрыть. Здесь мы уже вот эту пижамку одевали на Рэма ночью. Ножки у нас закрыты. И попурышки, чтобы он не подскользнулся. Вот это зимняя пижамка от 16 до 22, по-моему, градусов. И вот эта, которая с коротким рукавчиком, она, по-моему, до 24. Но, в принципе, здесь запутаться невозможно, поскольку на упаковке все написано. Ну и также по поводу ножек я уже не волнуюсь. Он их не просовывает больше между планками и спокойно спит в своей кроватке. Поэтому их при помощи мешочка уже нет необходимости изолировать. Для меня, как для мамы, с очень таким важным, теплым и душевным стал вот именно этот подарок. Это наши коврики Маймата. И в этом случае это именной коврик, на котором написано имя моего малыша. Рэм. И когда ребенок подрастет, уже придет время изучать буквы, он сможет отдельно изучить свое имя, три буквы R, E, M, ну и, конечно же, его написание. Следующий подарочек, он также очень такой сентиментальный, это наш первый альбом. Его я выбрала из множества других, вот такой вот большой, красивый, белого цвета. Здесь на обложке мы сделаем еще один слепок ручки или ножки Рэма, посмотрим, что поместится. И вот такой вот красивый-красивый альбом. Основные страницы, они белые, что мне очень понравилось, поскольку я хочу просто разместить здесь наши фотографии. Нужно только приступить к их распечатке, их огромное-огромное количество. Ну, придется занять немного времени для того, чтобы выбрать те, которые я хочу поместить вот в этот первый альбом нашего малыша. Да, котенок? Да. Вроде мелочь, но я очень счастлива, что мы его выбрали в качестве одного из подарков на день рождения ребенку. Ну, поскольку, не знаю, сейчас все фотографии хранятся у нас в облаках, на компьютерах. Постоянно есть угроза того, что это все рухнет, поломается, куда-то улетит. А вот с таким безумно красивым альбомом, в котором есть распечатанные фотографии, но с ним ничего не произойдет. И этот альбом останется на долгие-долгие годы. Да? Да, да, ты согласен? Тебе случайно не пора ли спать? Нет? Скажи, мама. Мама.
Наконец-то. Вот такие вот подарки мы подарили нашему малышу на первый его день рождения. Я, конечно, когда украшала комнату, раскладывала все эти подарки, я так посмотрела и поняла, что, как обычно, сильно увлеклась. И муж сказал мне, что, блин, такое ощущение, что мы поздравляем целый детский сад, а не одного малыша на первый его день рождения. Но я, как обычно, сказала, ну, это первый день рождения, и, конечно же, для мамы это очень важно, зная о том, что и второй будет такой же важный, и третий, и четвертый, и вообще, у меня еще и в Риге есть подарки, которые были заказаны и куплены еще заранее, думая, планируя, что день рождения будем праздновать именно там, поэтому наши подарки еще не закончили. Ну, а на сегодня это, наверное, все. Рассказала все, что мы подарили ребенку вот именно в наш праздник его первого дня рождения 14 апреля. Надеюсь, вам эти подарки понравились. Если что-то вы нашли для себя полезным, все ссылки оставлю в описании этого видеоролика, для того, чтобы вы также могли для себя найти подходящий подарок для ваших малышей в их дни рождения. На этом сегодня с вами прощаюсь и увидимся в следующем моем видеоролике. Пока!